Ежедневно тысячи людей едут с утра на работу, а вечером домой. Кто-то на личном автомобиле, а кто-то на общественном транспорте. И очевидно, что чебоксарские дороги с таким количеством машин не справляются. Администрация Чебоксар нашла временное, но весьма эффективное решение такой серьезной проблемы, как пробки. Каждый автовладелец мечтает о шестиполосных проспектах, пустых перекрестках и зеленом свете светофора. Реальность же такова, что пробок и заторов избежать на сегодняшний день невозможно. Зато можно расширить перекрестки путем создания дополнительных полос. Сейчас работы идут на пересечении улицы Гагарина и Энгельса. Мы строим полосу разгона 50 метров, чтобы было удобно транспорту пересекать перекресток. Работаем с можно сказать, с колес, потому что поручение было выполнено и средства на эти работы были найдены неожиданно. Сам ремонт заканчивается практически, уже почти на всем протяжении уложен выравнивающий слой асфальта. Осталось уложить только ЧМА, асфальт, второй слой. Это один из самых оживленных перекрестков города. Чебоксарские автолюбители к временным неудобствам относятся с пониманием. Раз будут в дальнейшем какие-то улучшения, то есть приходится как бы терпеть, это нормально. Надеюсь, пробки пропадут, скорость проезда этого перекрестка, надеюсь, увеличится. Буквально на днях закончились дорожные работы на пересечении проспекта Горького с улицы Эльгера. Здесь также появились разгонные полосы до и после проспекта. Теперь добираться в спальные микрорайоны города стало существенно легче. Екатерина Куприна, Республика.